друзья, всем привет, всем доброе утро, вы на канале Черновый ТВ. Наши девчонки все еще спят, мы с Максимкой уже сегодня, с самого утра, почистили нашего Рудика, нашего пылесоса. Так, давай мне штучки эти, Максимка мне шикарно помогает, давай сюда ставь. Так, одну мы ставим вот сюда, другую ставим вот сюда. Так, и теперь ты берешь, Максимка, и закрываешь, давай. Закрывай. Синий там. Все, молодец. Сейчас я быстренько сделаю кофеек. Настюшке отнесу его. И будем потихоньку просыпаться. Пока Настюшка спит, повторяюсь, я сейчас здесь быстренько порежу этот кабачок. Наш выращенный сам. И быстренько Настюшке приготовлю кушать. Кабачок порезан, сейчас я его быстренько чуть поперчил и сейчас будем его макать в муку. Заник, я завтрак приготовил нам. Я кабачок пожарил. Серьезно? Да. Даже муку нашел? Да, вышку. Даже муку нашел. Ну, конечно, будешь кушать? Да, это весь? Да. Наш? Да. Прикольно. Ты после завтрака так и не снимал? Нет. В общем, мы позавтракали. Ой, как душно. Поехали скорее, чтобы ветерок был. На улице лето вернулось в августе месяце. И правда там мелкие. Мы сейчас едем в парикмахерскую. Я записана уже была давно, покрасить волосы корни. Делаю я милирование всегда. И уже пора. Раньше думала, что после того раза, что я сделаю это в начале лета. Но в начале лета меня все устраивало. Сейчас очень-очень уже все отросло. И надо делать, да? Мальчики будут где-то ходить по мужским делам. Пока Настюшка будет краситься, мы отдадим машину, нам поменяют масло в машине. Ну, сколько это по времени? Масло. Я масло обычно меняю через, скажем, 10 тысяч, но в этот раз мы проехали 12 тысяч уже. А сколько по времени будет? Масло поменять быстро. И ты там где-то с коляской, да? Да, но ее масло могут поменять и в час, и в два, и в три. Понятно, да. Как место будет. Кстати, мое милирование всегда делает... Ну, вообще, милирование – это долгий процесс. И я не знаю, однажды я сидела там 4 часа. Я, конечно, понимаю, что мама, когда идет в салон отдохнуть, но мне, честно, 2 хватает. Часа посидеть, а потом просто попа квадратная, ничего уже не хочешь. Честно, я не понимаю, как можно посидеть на месте 4 часа. Ну, вот я на педикюре сидела около 3 часов. Тоже, честно, еле сидишь. Поэтому, девочки, вам большой респект, как вы это все выдерживаете. И так часто еще. Это такая адская работа. Я не мастер, не про мастеров говорю. Ну, я говорю про девочек, которые любят ходить по салонам, по маникюрам, педикюрам и сидеть там по 4 часа. Я не представляю. Мне это сложно. Чуть-чуть, вот мне хватает, чтобы мне чуть-чуть поковырялись в волосах. Часик-два и домой. Но за часик-два никто не может сделать милирование. Настюшка пробежала в наш местный хипермаркет, видите? Я расскажу сейчас пока. Да, сегодня я машинку везу на замену масла. Масло я лью вот такое вот мобильское Супер 3000 5W30. Мне кажется, это шикарное масло для двигателей. Офигенное просто. Так что мне интересно, расскажите, какое вы меняете масло, какое вы заливаете, какое вы предпочитаете. Вот, потому что кто там предпочитает Castrol фирму, кто-то там другую фирму, Техас фирму. Вот. Но я почему-то всегда заливаю только вот такую фирму. Мобил масло Супер 3000.
Может, вы мне посоветуете какое-то более лучшее машинное масло в двигатель? Так что пишите. Взял с собой коляску. Надеюсь, что Максимка уснет в коляске, и я с ним погуляю. Максимка, ты в коляске будешь спать? Да. Будешь? О, прекрасно. Поменяли масло. Максимка поспал, я с ним погулял уже 1.5 часа. Настюшка еще до сих пор в салоне красит свои волосы. Сейчас мы едем домой, что-то надо перекусить. Максимка у нас чумазый, побывал в сервисе, да, сынуль? Покажи свои руки. О, какие грязные. Грязные руки? Да. Вот. У Максимки есть такая привычка, когда он сидит, когда он едет на машине, он снимает носки и снимает сандалии. Ему неудобно, ему постоянно нравится ходить. Дома тоже нравится ходить голыми ногами, босыми. Товарищи, вот и я, но здесь, наверное, темновато, не видно ничего. Все в порядке, не темноты. Я готова. Прошло ровно 3.5 часа. Извини, что я тебе... Я думал, что будет дольше. На нос положила. Я тоже как бы рассчитывала, что я не раньше 6 выйду, да? Но все нормально. Ну, в общем, как обычно, я поблондинилась. Осветлилась. И теперь буду тупить, и у меня есть оправдание. Можно? Ты говорил, куда мы сейчас едем? Нет. Ну ладно, попозже скажем. Скажи, сколько стоит все это? А, да. Я же просил тебя. Милирование у меня на мои волосы. У меня, по идее, все мастера говорят, что у меня густые волосы. Но я их не могу назвать густыми после Моникиных волос. Там... Там коса. Но все мастера говорят, сколько у тебя много волос, как долго красить. И вот, 38 евро мое милирование обошлось. Так что пишите, сколько стоило бы в вашем городе или в вашей стране такое милирование. Дорого это или дешево? Так, у нас, видите, есть пост на границе, нет? Ну, стоят. Стоит кто-то, да. Мы хотим сказать, что с 1 августа Литва ввела снова ужесточение, да, получается? Да. У них теперь маска, это просто must have, без маски никуда. Нельзя выходить в магазине, да? Ну, в закрытых помещениях, получается. Так, мы уже въехали, все, никто нас не остановил. Магазины, любые закрытые помещения, получается, там нужна маска, и у них штрафы чуть ли не 1.5 штуки. Литва даже думает о закрытии границы. Снова? Снова. Ты читал это? Да. Литва снова думает о закрытии границ. Нет. В Латвии сейчас с этим пока что все тихо, да? Но сегодня за сутки было 8+. О, хорошо. В общем, мы не знаем, там пишут разное, не хочется об этом думать, говорит, нас к чему-то готовят, ко второй волне, видать. Что нам главное? Не знаю, что нам главное. Ничего. Чтобы дети в школу пошли. Мы же с Моникой обсуждали. Да, детям уже пофиг, пойдут они в школу, не пойдут они в школу. Но мы слышали, что все-таки детки в школу пойдут, а там уже будут смотреть, да, как пойдет. Будет ли хуже, будет ли лучше. Пишите, как у вас. Тоже интересно, потому что я стараюсь реально не читать новости, не смотреть ничего. Короче, не нашли мы наши маски черные, пришлось вот беленькую надеть. И вообще, если честно, в жару, в маске, в магазине... Так тяжело, очень тяжело. Покажись, какая у тебя сегодня красивенькая. Да, кстати, здесь все в масках. Да, ну что сказала. Кстати, когда, где-то, не знаю, 5 блогов назад спрашивали, где мы заказали такую сетку на пластиковые окна бабушки Вере. Такую сетку, друзья, можно заказать в любом месте, где изготавливают пластиковые окна. В любом месте. А, ну там же ответили в комментах. Да. Да. Так что, кто желает, пожалуйста, где заказывали пластиковые окна, да. Приходите, говорите размер, и они вам делают. Да. Максик. Цена такой сетки была 42 евро, кажется. Неважно, давай. Будешь маску? Так, просто мы взяли 3 пачки яиц. Вот это кинь, вот это кинь, капуста, 3 пачки сосисок, 2 батона. Это 2 пачки геркулеса. Взяли пока что карбонат. Взяли 2 пачки филе вареные и такую колбасу. 4 пачки творога взяли и 2 филешки, да, фиксер. 3 пачки мы взяли
масло. Взяли таких строчков. Берем вот такой вот сыр. Взяли 3 сметаны, 3 молока, 3 этих пакетов, вкусные палочки, туалетную бумагу, эти ватные диски, спрайт, кола. Так, взяли 2 пачки макарон, 2 пачки влажных сосисок, мука, 2 пачки подсолнечное масло, чипоны. Короче, вот такое вот взяли. В общем, Лидл, до свидания, привет, дача. Мы привезли сюда продукты и немножечко соберем урожай. Боже, холодно. Что-то прохладно уже. Время полдевятого, да? Мы здесь не были очень давно. Такое чувство, что полторы недели назад, это кажется, как будто нас не было месяц. В общем, мы сейчас соберем, что у нас есть из... О, Макс проснулся. И сейчас соберем, что у нас выросло, и поедем дальше домой, да? А, и продукты оставим. Некоторые продукты мы также сами оставим на даче. Не будем их с собой брать домой. Давай, ты уже несешь, да? Да, сейчас вот так. Мы взяли с собой... Ну, я вам показал, что мы взяли. Сейчас мы все здесь раскидаем, что домой, что оставим на дачу. Сейчас посмотрим, что у нас за урожай здесь за полторы недели. Все чуть-чуть подсохло. Сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Трук-трук-трук-трук. Так, у нас здесь кабачки. Этот можно... Вот один есть. О, это уже перерос. Надо будет чистить его от семечек. Ой, так. Ну что, и все, эти еще маленькие. Клубнику тоже пора обрезать. Блин, время сейчас почему-то на все не хватает. Так, ну что, помидоры уже переросли. Они уже лопаются. Мы сейчас все это срываем. Наши черри-помидорки розовые, эти оранжевые тоже будем срывать, потому что они тогда лопнут. Смотрите, какая и желтенькие помидорки. Ну, супер. Вот сколько мы собрали помидорчиков черри у нас в этой тепличке. Сейчас, как, сейчас посмотрим, что у нас здесь с огурцами. Ну, смотрите, все, переросли огурцы. Переросли. Смотрим дальше. Они очень сильно разрослись. И здесь сейчас нужно будет ковыряться и искать каждый огурчик. Вот такой вот мы урожай собрали огурцов. Тогда окно закрой. А, да. Друзья, нашествие комаров. Просто нашествие комаров. Ты выходишь с машины, тебя кусают. Ты идешь до машины, тебя кусают. Зай, ты где? Смотрите, как Настюшка убрала кухню, а? Что, не так? Ну, уже ночь. Хотите сейчас сыграть? Друзья, мы заказали себе такие 2 бутылочки, типа, как они называются, шейкеры, не шейкеры. Нет, это не шейкеры. А что это говори? Помогай папе. Ну, вкусные водички. Короче... Ну нет, это не бутылочки, это вкусные водички. Это шейкеры называются. Шейкеры, просто внутри, это когда коктейль делаешь. Внутри них стоит такой еще один стаканчик, куда можно пихать разные овощи. И ты в это прекрасное лето идешь по улице и пьешь вкусную водичку. Мы сейчас покажем, что это такое. Она успела? Хали-гали, сапоги-сандали. Ну, ночь уже, ребят, ночь. Короче, всё. Вот. Мы, кстати, не открывали еще, эти видите. Эти бутылки. Показывай, как... Короче, как... На... Угу. Мы их заказали 2 штуки. Догадайтесь, для кого, как, какая. Открываем первую. Это для меня. Это для кого, вы как думаете? Напишут в комментариях дальше. Напишите в комментариях. Одна бутылочка. И вторая бутылочка у нас... Это папа. Мой любимый Чёрный. Цвет. Мой любимый цвет. А это мамина. О. Короче, фишка... Я себе вообще черную заказал, тебе розовую. Короче, фишка бутылок в чем? Что вы наливаете сюда холодную воду,
вытаскиваете. Вытащил. И смотрите, вот здесь вот отверстие. Я пальцем не буду. Вот сюда вот кидаете. Сейчас мы вам... Давай просто покажем. Давай, что, лишние слова просто. Сюда можно пихать лишние все, слова. Что угодно. И потом вы ставите... Давай просто покажем. Давай. Все. Отбой. Это в комплекте, смотрите, мочалочки специальные, чтобы мыть эти бутылки, я не знаю где. Вот тут, просто да. Ночью у меня за один глаз спит. У меня два спят. Прикольно. Ну вот, соедини ее. Нет, вот, ее можно мыть. А куда ее? Ее длинную надо сделать, блондинка ну, ты моя. Ну нифига себе, ты продвинутый у меня чел такой. Именно так, это делается именно так. Ну да, потому что от фруктов или овощей сложно помыть будет, а специальной мочалочкой. Давай, у тебя бармен. Короче, смотрите, у нас взяли все, что дома было. Клубничка, мята, лимончик. Сейчас... Ну, клубничка там особо вкус не даст, я думаю, я это для знаю, красоты, мне кажется, да? Без разницы, что кидается первое. Ты положи две ягодки, два лимончика. Подожди, так давай мы ее сразу сюда же запихнем. А, нет, все правильно. Вот себе. Хоп. Одну ягодку, поставь. Один лимончик, мятку кидаем, кидаем еще пару листьев мятки, лимончик, клубничка, лимончик, клубнички две, мятка. О, будет место? Все, если ты запихнешь. И вот. И вот этот микс мы закрываем. Та-дам, закрутили. Понюхайте, как пахнет. Понюхайте. Как выглядит замечательно. И это вот мы вставляем. Светофорчик. Это бунжу. Наверное, надо было сначала водичку налить. Почему? Нет, мы сейчас сюда будем лить воду. Я видела видео. Я не знаю, как правильно. Ну, неважно, товарищи. Без разницы. Я бы сначала водичку налила. Берем неважно. Фильтр и наливаем. Смотрите. Обалдеть. А, она розовенькая сразу. Обалдеть. Клубнички. Сами знаете, да, по пользе... Еще сюда можно кинуть лед. Налей, дальше поищу место. У нас, кажется, по 900 миллилитров, да, они? Да. Если я не ошибаюсь. 900. Но там были и по меньше, а еще есть детские бутылочки. Совсем такие малипуськие, классные. И короче, смотрите, Боже! Какая красота. Вот вы представляете Посмотри, картину? Посмотри, как она красивая. Представляете картину, что когда на улице плюс 35, ты идешь с таким вот бутылочкой. Не знаю, я ее называю шейкер. Ну не шейкер, да, но не важно. Потимо. Слушай, они в воде вообще так смотрятся, да. Идеально. И тебе хочется пить, да, такую вкусненькую водичку. Ты берешь, здесь есть предохранитель. Снимаем предохранитель. Нажимаем. Нифига себе, ты видела, как все автоматизировано. Закрывай, водичка. Ну, в идеале она должна настояться, ну, конечно же, чуть-чуть. Ну, дай хотя бы попробуй. Ну, это уже, конечно, как в рекламе. Вау! Ну, друзья, ну вы знаете, она даже чуть-чуть... Волшебная водичка. Она, конечно же... Да давай, я скажу! Эликсир молодости. Она должна, конечно же, чуть-чуть настояться. И даже если, ну, знаете, ваши детки не очень любят пить какие-нибудь там... ягодные водички, то вот так вот им будет пить. Даже намного интереснее. Президент звонит. Звонит, во-первых. Ой. Слушайте, клевенькая. Тебе нравится? А где купи кусай? В холодильничке, в морозильничке. Это наша клубничка. А можно попить? Ну, купи, конечно. Подожди, как там папа делает? А там вкусно? Вау. Вкусно. Ну, еще она не настоялась? Интенсивного яркого вкуса пока нет. Лимон очень. Лимон чувствуешь уже? Угу. То, что там мало. Ой, много. Будем с собой брать на пляжик? Будем? Да. Вкусненькие. В общем, туда можно положить все, что угодно. Хотите огурчики? Можно просто ягодки. Хотите? А пусик там? Ну, вообще, в принципе, это всё полет можно. Вашей фантазии. Это все. Цвета, кстати, там есть мятный, очень красивый. Что вы хотите? Вот розовый был, черный, не помню, какой еще. Вот реально не помню. А я хотела... И про детские размеры я сказала, да? Мятный тоже вот такой вот очень красивенький Мам, был. А по детские есть? Я хочу просто синюю. Детские есть, вот так. Вот такую синюю. Кстати, заказывали мы это все из Литвы.
сайт назывался... Сейчас скажу, как он назывался. Мы оставим ссылочку. А давайте, да. И все. Давайте, да. Ну, вот так вот. Но в любом случае ссылочку мы вам оставим. Мне кажется, это классно. А особенно в подарочек. Короче, две бутылочки. Одна бутылочка мне, другая бутылочка Настеньке. Я свою бутылочку уже буду сейчас пить снова. Ну, а мне сделать? Да ладно, шучу. Ты подняла взгляд? Ага. Я взглядом крою матом. Я матом не разговариваю, я матом смотрю, да? Ну все, отбой.